начать вот был пас, а до этого был очень быстрый отбор мяча. И сразу же в одно касание пас ближнему. Ближний сразу же в одно касание дал на ход Вильяну. А Вильян на ходу, ну нету, наверное, сейчас такого защитника в украинском футболе, который бы мог отобрать у него мяч. Поэтому для него не составляло сложности обыграть и сделать острый пас. І тільки підставити ногу. Кияни самі подарували супернику м'яч і дозволили розпочати контратаку. А Шахтер це робить безукоризненно. Тут насправді ж без